Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Модель Настю Рыбку, Анастасию Вашукевич, выгнали с реалити-шоу «Последний герой». Зрители против звезд после первой же ночи. Охотница за олигархами присоединилась к команде звезд в первом же выпуске после того, как они выиграли испытание и в качестве приза выбрали возможность пополнить племя еще одним участником. Однако, как только знаменитости узнали, что к ним присоединится Рыбка, они отказались общаться с эскортницей. Модели пришлось ночевать отдельно, поскольку мужчины боялись, что о них могут пойти компрометирующие слухи. Организаторы шоу предложили Рыбке уйти в команду зрителей, но та испугалась, что они поступят с ней таким же образом. В итоге модель покинула проект. Судя по снимкам из ее инстаграм-аккаунта, после изгнания она уехала отдыхать на Бали. Ранее сообщалось, что Рыбка станет участницей реалити-шоу «Последний герой». Зрители против звезд. Однако продюсеры не уточняли, в каком выпуске она появится. Настя Рыбка прославилась после того, как опубликовала у себя в блоге компрометирующую информацию о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски без его согласия. Он подал на нее в суд, в результате все снимки и видеозаписи были удалены. Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по пикапу Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, задержали в Таиланде в феврале 2018 года. Их обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более 5 человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, согласие этих лиц в составе преступной группы. В январе 2019 года их депортировали в Москву. Первый выпуск нового сезона «Последнего героя» вышел на канале ТВ3 в субботу, 8 февраля. Шоу снималось на Филиппинах. Среди знаменитых участников – актриса Елена Проклова, Лукерья Ильишенко и Наталья Бордо, комик Надежда Ангарская из Comedy Woman, рэпер Птаха, танцор Евгений Папунаишвили, бобслеист Алексей Воевода и блогер Давидыч.